С 1 июля в Красноярском крае подорожает электричество. Решение изменить стоимость киловатта приняли в Министерстве тарифной политики. В пределах нормы потребления киловатт подорожал на 9 копеек, сверх на 15. Обратите внимание, как и раньше, тарифы для разных категорий населения отличаются. Квитанции с новыми показаниями жители региона получат уже в августе. Изменения коснулись всех без исключения категорий тарифов, в том числе и пунктов, разделенных по временам суток. Подробнее ознакомиться с изменениями можно на сайте Красноярского энергосбыта в одноименном разделе. Чтобы оплатить электричество по прежнему тарифу, горожанам рекомендуют передать показания, внести оплату за этот месяц вовремя.